Представляем вам отчет из Берлина, Германия, где месяц назад состоялась крупнейшая в мире выставка железнодорожного транспорта. Внимание посетителей привлекло транспортное средство нового поколения, которого мы не видели ранее. Мы находимся на мероприятии под названием «Инотранс» в Берлине. Насколько вы можете видеть, выставочная площадка заполнена множеством поездов со всего мира. «Инотранс» — крупнейшее в мире бизнес-мероприятие железнодорожной индустрии, в котором в этом году приняли участие около 3000 компаний. Японская Hitachi Limited представила свой двухэтажный скоростной пассажирский поезд. Он поступит на службу со следующего года в Италии. А еще на выставке есть одно белоснежное транспортное средство, которое выделяется среди других тем, что привлекает в себе большое количество посетителей. Что это за машина? Давайте взглянем поближе. Здесь три ряда по два места, всего шесть мест. Салон довольно просторный. Транспортное средство оснащено шестью роскошными сиденьями. Изнутри оно выглядит как большой автомобиль или лимузин. На мониторах отображается географическая карта. Это инновационный транспортный модуль, сделанный в Беларуси и рассчитанный на скорость до 500 км в час. Новый тип транспортного средства называется высокоскоростной юнибус. Он разработан белорусской компанией «Струнные технологии». Это инновационный, совершенно новый вид транспорта, способный разгоняться до 500 км в час на специальной путевой структуре. Как утверждают разработчики, благодаря использованию высокоскоростного мотор-колеса, транспортный модуль способен ускоряться крайне эффективно. Благодаря упрощению конструкции как подвижного состава, так и путевой структуры, стоимость строительства будет значительно снижена по сравнению с обычными железными дорогами. В долгосрочной перспективе предполагается, что расходы на техническое обслуживание составят приблизительно 1/15 часть от стоимости эксплуатации поездов с линейным двигателем. Можно объединить несколько транспортных модулей в один состав. Или можно сделать транспортные модули более крупными. В данный момент транспортному средству все еще требуются дальнейшие испытания. Тем не менее, оно должно попасть на рынок в течение следующих 2-3 лет. Некоторые страны уже проявили интерес к внедрению инновационного юнибуса у себя. Компания «Струнные технологии» также разрабатывает несколько типов транспортных средств следующего поколения, созданных на базе современных монорельсовых дорог или канатных дорог. В будущем облик и способ наших ежедневных поездок и путешествий может радикально измениться благодаря SkyWay.